Итак, друзья, всем привет! Перед нами Windows 8.1. Давайте посмотрим. января 10 система прекратит свое существование, скажем так. Я решил ее поставить в том числе все обновления, драйвера, чтобы все работало, и сделать ролик. Скажем так, давайте вспомним далекий уже 2012 год, когда вышла Windows 8. Очень все плевались на то, что отказались от кнопки пуск. Все плевались, а я был этому рад. Что-то новое, какой-то, скажем так, глоток свежего воздуха. Вот для меня это было в новинку, это было круто, это было здорово. А люди после Windows 7 охотно не хотели переходить на Windows 8. Windows 8 вышла, ну, скажем так, корявенько было сделано. У меня была самая первая версия Windows 8 релизная. Было корявенько. После Windows 8 вышла Windows 8.1. Потом апдейт 1, апдейт 2, апдейт 3. И большинство багов было исправлено. И вот то, что мы видим. Перед нами. 10 января будет прекращена поддержка, поэтому это видео — это прощание с очередным продуктом Microsoft. Для меня это одна из лучших версий Windows, вы сейчас поймете почему. Я не шучу. Windows XP Vista 8.1 для меня одни из лучших версий Windows. XP и Vista — это легенды. Семерку как таковую я не воспринимаю вообще никак. Ну то есть она у меня была, да, была, но обильного пользования у меня не было. То есть я с Windows Vista перешел на Windows 8, то есть я до 2012 года сидел на Windows Vista. Оно все работало замечательно. Потом я сделал обновление и получил вот это вот. И мне понравилось. Ну что, Windows 8 в 2022 году, Windows 8.1 с рабочим магазином приложений, пожалуйста. Сейчас попробуем поставить афишу, ту же установить. Пошла установка. Как ни странно, пошла установка. Все загружается, все работает. Вот, пожалуйста. Открываем приложение, открывается афиша. То есть даже в 2022 году можно пользоваться. Почему она для меня лучшая? Потому что система... Давайте закроем, мешает. Почему для меня лучшая Windows 8.1? Потому что она легкая, она быстро работает. Она даже быстрее, чем Windows 10, скажем так. Железо здесь 2015 года. Это ноутбук. Вы все его прекрасно знаете. Ноутбук. В 2012 вышло 8. В 2013 вышло 8.1. Давайте вот эти два года будем вспоминать. А я в свою очередь хочу увидеть от вас в комментариях ваши истории, связанные с Windows 8, 8.1, то вот время, если вы переходили, если вы пользовались. Система быстрая, система, я не знаю, стабильная, отклик у нее хороший, даже быстрее, чем Windows 10. Ничего лишнего здесь нет, кроме отсутствия кнопки пуск. Очень даже хорошо работает, правда, игры никакие не устанавливаю. Но работает сносно. Вот системные настройки, то есть параметры компьютера. У меня уже, знаете, системные настройки — это как с macOS, я привык, что там системные настройки. Нет доступных обновлений. Все обновления установлены. Сейчас попробуем включить VPN, кстати, и проверить наличие обновлений. Может, еще что-нибудь есть. Окна эти переделали. Вот так они закрывались, открывались, сворачивались. Здесь была такая вот панель. Устройство, параметры, пуск. Данный интерфейс, он оптимизирован был очень хорошо для планшета, для планшетных компьютеров, для самих планшетов. Очень даже неплохо, но Microsoft решила пересадить и ПК-пользователей, так как это номерная версия Windows была, более продвинутая. Но я не вижу лично в этом ничего плохого. Система до сих пор хороша, бери да пользуйся. Но, к сожалению, вот, с прискорбием приходится говорить, что вот Windows 8.1 уходит целая эпоха. Что-то обнаружено. Кто это? А, Microsoft Visual C. Это тоже. И Microsoft Defender. Давайте установим. То есть замечательно обновление устанавливается. То есть все. В системе уже 9 лет. С поддержкой Windows 10 немножко все немножко по-другому все обстоит. Там у нас разные версии. То есть 21H2, 22H2. Но вот судя по новостям, судя по СМИ пространств, вот это все
Мне кажется, что 23H2 уже не будет на Windows 10. У меня такое предчувствие, что вот в новом году в нашем не будет. Ну потому что, судя по слухам, Windows VNext, которая 24H2, она является Windows 12. Для Windows 10 больше, наверное, не будет обновлений версий. Будут только накопительные выходить. Но я надеюсь увидеть в Windows 10 что-нибудь новенькое тоже. Windows 11 как продукт, ну это тема для отдельного ролика. Microsoft призывает нас пользоваться актуальными версиями, будем пользоваться. Давайте попробуем запустить. У меня есть Media Creation Tool. И попробуем обновить Windows 8.1 до Windows 10. Будем прощаться с данной операционкой. Было круто. Во все это в однообразие Windows XP, я не спорю, это легенда, это одна из лучших Windows. Во все это однообразие с кнопками пуск, изменениями интерфейса, добавлениями новых возможностей, данная система привнесла свежий взгляд на вещи, свежий взгляд на взаимодействие с компьютером, с планшетом, я не знаю. И кто бы что ни говорил, для меня данная версия останется одной из самых лучших. Давайте посмотрим у нас. Мы можем без VPN, наверное, нажать принять. По идее. В принципе, работает без VPN. Нажимаем далее. Будем прощаться с Windows 8.1. Актуальнее у нас остается Windows 10 и Windows 11.
После обновления до Windows 10 прилетели патчи вторника, про это я снимал видео. Будет справа вверху подсказочка. Windows 8.1 была отличной операционкой, но ее время вышло. Про поддержку Windows 10 мы поговорим в следующих роликах. Лайк, подписка, комментарий. Мы с вами увидимся в новых роликах. Пишите в комментариях свои истории, связанные с Windows 8.1. Опыт использования, с чем сталкивались. Очень интересно почитать ваши комментарии на эту тему. И как вы относитесь к Windows 8.1. Всем пока!